откроется новая эра, которая очень коротко можно сформулировать следующим образом. По большому счету, что произошло вчера? Вчера будущий президент Соединенных Штатов Америки сказал шикарную фразу, которая полностью выполняет все его предвыборные обязательства. Buy Americans and hire Americans. То есть покупай американское и нанимай американцев. Это та прагматичная политика, которая должна, по-моему, быть присуща украинцам. Это то, на самом деле, от чего 19-го, от 20-го, точнее, января пойдет новая эра мирового устройства. Если кто этого не понимает, и никакие Евросоюзы, никакие другие документы, которые мы подписывали и, возможно, подпишем в будущем, не имеют будет никакого отношения. Еще раз говорю, мир изменился.